Подводим итоги конкурса, обзоров и статей про наше ICO. В начале февраля у нас в блоге стартовал конкурс для писателей, блогеров и обычных веб-мастеров, заинтересованных в современных информационных технологиях и внимательно следящих за последними тенденциями веба. Условие для участия было создание авторского обзора или написание авторской статьи про наш проект UKLAL, для развития которого мы проводим ICO. За время проведения конкурса мы получили более 150 заявок, а неделю назад опубликовали список работ, которые смогли пройти отбор и были допущены до финала. Настало время подвести итоги и огласить победителей. Лучшая обзорная статья. Первое место. Мнение членов жюри не было единогласным, но подавляющее большинство из нас отдали свое предпочтение следующей работе. Обзор UKITASYO. Реальный проект с экономическим обеспечением или проходняк. Тут на сайте человека непосредственно есть статья. Ссылка будет на статью под видео. Вы сможете с ней ознакомиться. Он получил... Победитель номинации «Лучший обзор» получает $1000 и 250 тысяч в ЮКИ. Поздравляем. Вторая номинация «Лучшая статья». ICO UKITAL – платформа будущего или 100 решений для каждой задачи. Победитель номинации «Лучшая статья» получает $400 плюс 250 тысяч ЮКИТ. Эта статья выполнена в ВКонтакте. Ее можно будет зайти и прочитать. Третье. Лучшее видео. К нашему, к сожалению, лишь две работы смогли пройти отбор и побороться за главную награду в этой номинации. Но тем больше выше уровень адреналина у финалистов. Решение жюри было также единогласно. Что такое ICO? Проект UKITAL ICO. Искусственный интеллект для сайта. Видео также можно посмотреть, залито на YouTube. Победитель получает номинацию «Лучшее видео» $600 плюс 2500 ЮКИТ. Дополнительные номинации. Когда мы запускали конкурс, было решено не выводить конкретные номинации, дабы не ограничить фантазию конкурса и не давать поводов для создания шаблонных работ, ранее подобных под определенные условия. Так бы ни было, мы посчитали правильно наградить еще трех консультантов. Лучшее оформление. За объем проделанной работы. Довольно много было проделано работы. Даже статья человека получила много отзывов. За творческий подход. Непосредственно сделано как разговор, что довольно очень легко читается. Каждый победитель в доп-номинации получает 250 тысяч ЮКИТ. Также награды за участие попали в число финалистов, но не нашли себя среди победителей. Не спешите расстраиваться. Напомню, что по условиям нашей баунти-программы каждый участник, чья конкурсная работа прошла предварительный отбор членами жюри, получает вознаграждение в размере X. Равное в скобках 1 000 000 ЮКИТ, деленное на Y, где X – размер вознаграждения каждому участнику, Y – общее количество участников, которые прошли отбор. Таким образом, каждый из 20 финалистов получит от нас вознаграждение в размере 50 тысяч ЮКИТ. Для победителей в основных и дополнительных номинациях итоговая сумма вознаграждения суммируется. Для справки хочу сказать, сейчас приобрести 50 тысяч гитов можно за 1000 долларов. То есть получается, финалисты получили 50 тысяч гит как 1000 долларов. В номинации тут идут два видео, статьи непосредственно на UKIT платформе, ВКонтакте статьи легко победили, собственные сайты на платформе UKIT.
Также я участвовал непосредственно и тоже занял одно из 20 мест. Моя работа прошла. И тут можно с ней тоже ознакомиться. Всем победителям необходимо проверить актуальность адреса электронной почты и связаться с администрацией. Конкурс был проведен, имеет очень много откликов, как и на самом Юказе, но также и на сайтах и других источниках. Розыгрыш проведен реально, ICO были получены. Благодарю вас за внимание.